читал. Это Тимати читал, если. Это Крид. Все, давай, наберешь нахуй, блядь. Ну, нормально, прикольно сделано. Так, вот это, да, смотрим? Да. Ну, вот это получше. Да, неплохо, да. Мне это нравится. Это мои мальчики, я не могу их не узнать. Я все фотки их знаю, на все дрочила. Остаемся. Может тебе дать? Сердечко ж ёкает, если честно. Остаемся. Большие выигрыши! Один XB! Ставки на спорт! Реклама? Скип, боже. Блядь, я чуть не сказал. Забыл мое имя. Нет, просто... Ну я пойду! Арина прилетела с самой Москвы к нам в Киев, и я бы не смог упустить возможность снять ролик с ней и Михалиной. Это моя давнейшая мечта, но самый главный ролик. У него давнее, я тебе перебью, у него давнейшая мечта снять видос, как мы с Ариной тратим по 30 тысяч гривен. Он это мне говорил год назад, а сейчас снимает какие-то, кто угадает, стримера. Я такой... Деньги кончились. Ясно, блядь. Зовни, я это обещал, ты сам даже это помнишь. Или кто по 30 тысяч гривен? Или кто быстрее купит что-то такое. Подожди, это... Не суразится, не пойман, не вор, не напиздел, да, а да. Прибрехал. Короче, не суть. Я бы не смог воспользоваться возможностью пригласить Арину поснимать какой-то прекрасный контент такого качества. Мы еще пару роликов вам снимем, вы их прекрасно ожидаете. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ебать, колокольчики, жмите. И смотрите в описании, потому что там есть ссылочки на этих прекрасных мудмуазелей, если первый раз видите. Я надеюсь, ты оставишь, а не как-то. Там есть что посмотреть, там все супер, amazing, прекрасный ритм. Ну что, мы начинаем? А мы сейчас будем угадывать стримеров, как бы, да? На Твиче все стримы, мы все стримерши. Стримерши. Мы все стримеры. Одобряю. Да, я уже с ними как их сестренка. Вы знаете, да, там, подкрадывайся, не знаю, как в той песне. Ладно, то не суть. Мы сейчас будем угадывать стримеров. Артур нам подготовил парочку прекрасных фоток пикантных. Мы не знаем, кто они. Он нам показывает маленькую часть, а потом показывает фул. Кто угадывает, забирает одно очко, а победитель получает 30 сабов. У. Ёбаная кнопка, я и забыла уже об этой кнопке. Посильнее. Короче, если ты знаешь, кто это, хуярь, говори. Да, ну так уже... Хуярь, не бойся, бей, говори. Ты можешь право сказать... Нет, я достаточно нажимать, а не хуярить, блядь, каждый раз. Просто нежно. Ок. Не суть, ты типа знаешь, что это, нажимаешь, говоришь, отвечаешь, и все супер, все amazing. Михалина уже знакома с данными правилами, а я тебя знакомлю. Даже не саб, тебе не стыдно. Артур, заводи шарманку, показывай нам этих прекрасных людей, кто стримит там. Да быстрее к стримерам уже, сука. Инстаграмы оценивать, как бы, да. Заебался своей водой. Кровать. Ой. Чего, блядь? Не знаю, это новая фотка? Да. Я не видел, кстати. Я видел эту футболку, я помню. Просто я сегодня смотрела, да, это каравай. Быстро, конечно. Это как я могла не узнать каравай? Кем я была просто? Как? Это быстро. Настя, коррекция. Что это, блядь? Это скилл. Нет. Это Дима Икс? Нет. Базер. Скилзор? Нет. Блять. Папич? Нет. Что это за хуйня? А, нет, брат, я не знаю, кто ты, не бей, блядь, не бей, блядь. Лучше обосри, мама постирает. Пчёлкин! Что? Блять, под моху чисто, блядь, вырезали. Блять. Ну вы лучше шарите с людей, я там... Алексей, я помню этот клип. Прекрасный клип, я никогда плохого о вас не говорил, может быть, еще скажу. Да, да. Ты не узнал Алексея? Они же записывали клип. Я даже не подписывал. Я помню эту. Давай наступного, хуми. Я даже не буду нажимать, потому что я знаю всех, я сейчас быстро нажму. Я знаю, кто это. Это Аляша. А, Аляша. А как ты понимаешь, что это Аляша? Аляша. Да. Чего, блядь? Это очень красивая фотка, я запомнила ее. Ты знала это? Да, я знала, что это Аляша. А почему ты не клацала? Не знаю, ты руку держишь, я... Да, такой... там нельзя держать. Что ты держишь? Вот так вот. Очень красивая фотография. Ну, туда этого джентльмена. Туда его. Мне это нравится. Иисус, мне нравится, блядь. Фотографическую брать. Бля, сейчас сложно.
Блять, это нога чего-то какого-то кента? Это женская нога. Так, ну... Это мужская. Я не знаю. Волосы, это женская волосы? Нога. Я не вижу. У меня такие же ноги, блять. Это может быть, это... Соответственно. Это... Вишенка? Нет. Вишенка. Куда ты? У меня такие ляжки, что ли? Глюкомоли. Какая нахуй... Что я? Ты что, ебанулся злой? Подождите, стоп! Пояснительная бригада. Она сказала, что это вишня. Внимание на экран. Сядь нахуй, не позорься, блядь. Сядь, не позорься, нахуй. Боа 09, спасибо огромное за сапку на канал, братан. Добро пожаловать. Две вишни. Да, реально просто чел две палочки кинул. Тут меня две штуки. Это Марк. О, Халина, хорош, говорит, вишня, это намного худее. Глюкомоли. Нет, блядь. Это... Блядь, у кого такие... Это булочка? Нет. Не, они худые ноги, это моя нога. Булочка? Не, она в таком ракурсе... Это генсуха, она... мне кажется, Наташа любит такие Поёк. Короткие шорты. Нет, нога, Амина? Просто... Ты в чате, блядь, прочитала ее. Ну а чё, да, я чё? Я за тянушки. Нет, это, наверное, не булочка. Вот нормально. Это нога. Мужчина или девочка? Да, это женщина. Мне кажется, это Амина или... Кажется, ну ты прочитала. Я прочитала эту, а ты не знаю, думаешь, не знаю. Это девушка из России. Какое уточнение? Я забыл ник. Девушка из России, давай. Эль Катя. Девушка из России. Она невысокая. Страна? Россия. Страна из России. Невысокая. Little Pussy. Пусть. Блин, столько невысоких. Я не знаю. Кинсуха? Нет. Конь, Авдеич так многие никогда не фоткают, только может быть, это реально Амина. Посчитай, посчитай на фотосапке, как надо. Никадзе, Амина. В чате посчитайте потом, понятно, чтобы я андестар, кому сапки дают. Я же не считаю тоже. А я знаю, соль, не, мне кажется. Якадзе или... Эндри Баек. Изи! Сюда! Сюда! Да. Сюда! Я же эту фотку не видел. Я тоже не подписываю. С собой прикольные выглядели для объекта. Что ты говоришь, ёбаный, блядь, дизайнер, нахуй. Репарируем. Let's fucking go! Let's go! Угадай стримера. Что это? Что это? Блядь, это чел подпирает... Подбородок. Это Five Skin, ладно? Нет. Блядь, оно из России? Да. Блядь. Блядь. Брат, а как ты эти фотки... Это явно не Макриски, потому что тут на фото под... Какой Макриски? Это подбородок. На фотографии подбородок, это не может быть Рома. Да не, у них подбородок, блядь, ты посмотри, у него подбородок худой. А бывает у меня вот так? А может это будет? Может реально будет? Мы его не знаем, да? Блин, тут любого можно. Или крем? Кто же? Кореш? Я вообще не понимаю. Вы понимаете, что вообще не в ту сторону в херачить? Это девочка? Да. Это девочка? Это кухня. Блин, прости, я не знаю. Я не знаю, кто ты, но прости, блядь. Я подумала, что это мужчина. Она большая? Маленькая, да? Ну, взрослая. Бля, бедная девочка, если я стримерша, да? Давайте вырежем этот момент. Фасолька. А, кстати, фасольки есть, похоже. Она все время вот так. Да, это можно фасолька. Мы знакомы с ней лично? Сколько 100%? А, ну я ни с кем не общаюсь. Крис Вэйф. Блять! Давай маленькая. Беленькая. Маленькая. Блондинка. Блондинка. Фасолька. Это фасоль. Маленькая. Это что, я? Нет. Блондинка? У меня есть парень. А, ну все, фасоль. Все стримеры. А мы знаем ее парня? Или может... Да. Он байкас у меня на стримах. Нелли Рэй? Нет. Блять. Пиздец. Мы проебали. Вообще, это прям один в один. Да. Парень на стримах у нее есть? Да, всегда, почти. Кто? Юечка? Нет. Модестал, Ксюха! Близко, но нет. Фасолька, бля! Да! Да, моё! Блондин, я забыла. Потная капка. И ты говорил, у него такие пуписы, ты шо? Я их видел в инстаграме, бля, ебаный с ней. Боже, как мне сложно было реально. Как это сложно было, пиздец. Они тупую часть маленькую взять. Ладно, я думала, что next. Да, next, это пиздец. Иксай. Нет. Якадзе. Кто? Якадзе. Якадзе, да. Нет, Якадзе, да. Ну. Катя. Да, Якадзе, да. Якадзе. Специально поэтому Иксай. Кстати, Иксай. Не он, по волосы. Да, я тоже думала. Я охуел. Ты видел эту фотку? Подостать? Нет, не знал. Скажи,
следующая изи. Прям надо быстро отвечать. Давай. Ну вас берут. Да вы руки забери. А ну руки вверх. Давай, руки вот так. Давайте. Строго. Я даже не вижу. Ебать скорость, блядь. Я даже не увидела. Это мои мальчики, я не могу их не узнать. Я все фотки их знаю, но все дрочила. Серьезно? Да, кстати, просто препом ебануло. Это съемка, кот держит, это вообще пиздец, блядь. Маску могу снять. Ну, у него красивый внешний, мне нравится. Да, он вырастет красивый. Да, да. Вырастет, а ну сколько, 10 или что, блядь? Поправили. Следующая сфера дрочилина. Очень осторожно. Поёвал. Вроде бы да. У неё последний. Блядь, ну... Ты просто в жизни жопу ее видела. А, все вспомнила, да. Это новое, я кстати, видел. Еще Вадим вот при мне такой листает телефон и ставит лайк на эту фото. Да, я помню, я ее видел. Это вчера было. Да. И хороший комментарий оставил. Бля, знаешь, в чем рофл? Они именно последние фотки из инсты выбирают. Это изи, надо было вообще в разнобросы выбирать. Ну, не всякие подожди, не обомнитесь. Ага, понятно. Следующее сложно. Один, сука. Мапки. Нет. Бля, это женские руки. Это женские руки. Бля, что за руки такие? Это девочка? Да. Может, это Юечка? Даша, бля... Это что это за Даша, руки такие, нет, говорят? Это... Бля, ебать потом руки. Ручки маленькие. Нихуя непонятно. Блин. Это что за руки? Моя девочка. Бля. Рома! И не подумай, это я прочитал твой комментарий. Следующая изи вообще будет пиздец. Просто прям очень. Бустер какой-нибудь. Опа. Ебать, она дернулась грязно. Бля, какие глаза. А ну отдали, а то я не знаю. Не уверен. Вообще. Блять, по глазам не узнать человека, это пиздец. Мы ее знаем? Да. Какой ты изи вообще? Ты знаешь? Нет. Ну, глаза красивые вообще, красивые. Так. Люблю его, когда... Так, ли я тебе Волга подпит... Ну, геолокация на этой фоте. Фотке. Волга? Тольятти Волга, я его шутил. Вишня. Что он сказал? Тольятти Волга. Да. Блять. Я не знаю. Что происходит? Ты ее тоже в жизни видела? Ну да, они же что? Совсем? Внимание. Давай. Да. И сука! Ебать скорость, блядь! Ебать скорость, блядь, нажать. Ну конечно, у тебя ближе. Да. Бля, пучки зачесал себе. Не надо руку поднять нажать, а вам просто в бок. Да, что ты? Давай, я руку закажу. Опять на жопу свистли. Бля, там женщина без яйца, полный пиздец. Это я. Блять, чего? Не, ну я в другую часть. Ты как меня ты выбирал, то жопу, то сиську, то... а как я то подмышку. А как ты узнала? Ну, ты когда... Если бы я выбрал жопу, себя сиську, узнаешь сразу. Да, так вот не, а когда ты мои фотки ставишь. А вот твою не угадали. Да, фишка, я убираю эту часть, чтобы было не так просто угадать. Так я не знаю, ты и сейчас пишешь. Это 18-й год. Такая маленькая еще. У меня ник чел. Что-то не очень. Отдыхаю после тяжелого рабочего дня на заводе. Тяжело. Мы тоже из Тольятти, брат. Да, разумею. Наступу. Что? Блять! Я своих друзей не могу угадать! Вы что, рофлите? Я саму затупку, сука, пригласили. Это я! Это моё шоу! Это было еще старое. Да, да, еще очень увеличено. Блять, пиздят еще, блять. Подняли руки. Давай. На головы. Но я быстрее. Руки поднял! Не будет фильм у Ани, я не знаю. Следующая комиссия пиздец. Будем, будем. Нет. Говорю, нормально. Сбрасывай, не знаю, что его. Какой-нибудь Дианыч? Бустер, блин, я могу... У своей Дианыч такие же исики, я поеду. Пизда, пиздец. Что, Диана Райс? Блядь! Я хотел головой, а где ты? Диана, если ты позволишь это троллить, делай выводы. Я узнала, а не он. Где, я а где ты часть нашел? Это ты ее повязку на голове бал? Ой, блядь! Куда ты едешь, блядь? Спасибо. Давайте сделаем, что вы не видели. Да, я Найк. Кто же это? Кто же? Это же Симпл, как ты не угадала? Ваня, ты не угадала? Симпл! Смотри, 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 смотри. Боже,
на блин. Блять, ебать. Я уже забыла, кстати. Я вообще, я бы их отказал на такой фот, честно. Следующий фот. Что-то Дина в ленте не появляется. Диана Райс. Нет. Дмитрий Ликс. Это девочка? Корабля. Ручка прям как у корабля. Что это? Это жопа, вот рука такая. Это бедро. Это рука. А что за это? Это рука. А, это купальник, ляжка какая-то. Это, как ее? Смородина. Смородина. А, нет. Да. У нее тоже были. Да, зло. Я не видел эти фотки. Жесть. Блять, я на жопу засмотрел. Ну да вообще рука, блядь. Следующая фотка горячая, пиздец просто. Так, руки злой, блядь. Прям, я не вижу, но характер. Это братишка. Это братишка. Это Генсуха. Какая, блядь, нахуй? Сухо, ты еблан. Какая, блядь. Для меня это Генсуха. Бля, Михалина, у нее пиздатый характер, она такая, так злой. Так же я смотрю. Откуда ты все это знаешь? Не, я тоже был удалена. Я тебе даже слова не даю вставить. Эту фотку я видела. Можно я просто руки буду так держать? Давай, next. Следующий очень известный Кент. Очень известный. Скруджи? Нет. Не рэпер. Он не рэпер, но выглядит как рэпер. Кореш? Кто это? Бородок. Мага? Нет. Мага рэпер, блядь, да. Я не рэпер, ёб тудей! Да, не рэпер. Давай, я тебя просто посыпаю. Давай. Он стример? Это Макривский? А? Я, Михалина. Ты победила. Спасибо. Блин, то есть я вспомнила бородком, что у Ромы спросили, что ты цепи уже носишь. Бля, я такой долбоёб, прикинь, насколько я окунулся в эту хуйню. Я говорю Макривский и не понимаю, почему не появляется, типа, правильный ответ. Ну, я с ними в шоу участвую. Типа, я говорю Макривский, я ещё хотел начать выёбываться, а чё раньше не открыли картинку? Бля. Кто-то сказал про цепи, я сразу помогу эту фразу. Они на просто их жизнь видела, ещё, наверное, в Инстаграме лайки им ставить. Да? Дай денег Арине на билет. Я ей предлагал вообще. Блин, ебать, охуенное ощущение было, будто у меня чуть с крыши поехало, прикольно. Вот так вот, сказал, сделал, правильно? Ну, правильно. Они вот это, может тебе дать? Сердечко шлёкает, если честно. Остаёмся. Потом поговорим. Тебе нашёл. Михалина! Нет! Я не знаю. А это Ляшева. Это Ляшева, я знаю. Просто кто дынул? Кухня. А как у меня на стене? Ляша. Да. Блять, нахуя ты это сказал? Блять, ебать, не быстро это сделали. Что в нас донули? Юля, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Что в нас донули? Юля, я тебя люблю. Сейчас, Юля. Секс. Ходячий. Сейчас горячий парень из Сочи. Пенсионеры в сборе, я угадал Чукина, Александра, Хоумиёв, мои старые кентью по возрасту, по духу. Куда? Короче, я думаю, что Арина победила в этом. Да. В этом. И 30 факт. Не факт. Ну, в чате мы посмотрим. В комментариях мы посмотрим, кто сколько прочитал. Фокус, блядь, свой. Делай цифры, блядь, кто сколько прочитал. Спецэффекты, блядь. Со мной, если вам понравилось, ребят, собираем дохуя лайков, и я закрываю эту рубрику нахуй. Собираем много лайков, 100 тысяч, и Зоя дает нам по 30 тысяч с Ариной, и мы идем тратиться. Кто быстрее всего купит? Я куплю билет. Нет, это один. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, смотрите нас на Твиче, все ссылки на нас будут в описании. Мы все стримеры, как бы, да, блядь, не забывайте поддерживать нас, блядь, пожалуйста, а я вам буду запрещать. Так, лайкусик. Не, ставим. Хорош, Артур хорош, ебать. Мне зашло такое. Титинка, здорово.